Завершается уборочная кампания. Аграрии используют каждый погожий час для работы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал в хозяйствах Вурнарского района и лично убедился, работа близится к завершению. Зерновые культуры в Вурнарском районе давно убраны. Основную часть картофеля тоже заложили в хранилище. От 1000 гектаров осталось 156. В СХПК «Знамя» практически справились с уборкой. Хотя погода никак не желала помогать аграриям. В настоящее время у нас в поле работает 2 комбайна. Работают все гримские комбайны они. 2 комбайна. С утра от 8 до утра, то час вот так работаем. На полях Вурнарского мясокомбината вовсю идет уборка кукурузы. Уже второй год ее сажают не на зеленую массу, а на зерно в качестве корма для скота. Ну, после того, как в рацион включили кукурузу, у нас больше привесы лучше стали сходу получать. Сохранность поросят тоже лучше. И вот по итогам 9 месяцев, в 2013 году получили мясо мы более 600 тонн уже, сохраняя столько же поголовья. В прошлом году урожайность кукурузы была 37 центнеров, в этом 70. Никаких секретных технологий и удобрений не применяли. Всего лишь приобрели 2 новых комбайна и специальную жатку, после чего потери сократились до минимума. Экономический эффект ощутимый. С той же площади получили в 2 раза больше кукурузы. Опыт, который пригодится всем животноводам Чувашии. Кто занимается сегодня животноводством, производством мяса птицы, мясо говядины, мясо свинины, конечно, менять должны психологию и начинать выращивать кукурузу на зерно. Энергетическая ценность зерна кукурузы намного выше, чем остальные культуры. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Надежда Яковлева, Республика.